Друзья, здравствуйте, меня зовут Наталья, вы на канале «Прогулки по Харькову». Сегодня пятница, 1 ноября, я иду в церковь на вечернюю службу. Завтра у нас Дмитриевская поминальная суббота, поминают умерших родителей, родственников, всех от века почивших православных христиан. А сегодня, накануне, в пятницу, будет парастас. Вечерняя служба и парастас. Поэтому я пришла сегодня тоже помолиться. Если вам это интересно, идемте со мной вместе, покажу, как это проходит у нас в храме. Я пришла в Свято-Ольгинский храм. Это город Харьков, Харьковская епархия. В общем, идемте. Панихидный стол. Люди принесли продукты за упокой души своих родственников, поставили свечи и здесь будут читать сегодня за упокойные молитвы. Даже можем посмотреть, что обычно приносят. Есть такая традиция христианская. Это печенье, это могут быть крупы, сладости, мука, масло подсолнечное, макароны, яйца можно приносить. Нельзя приносить мясные продукты, ну а все остальное можно. Читают шестопсалмие, поэтому в храме гасят свечи, темно. Давайте послушаем псалтырь. Thank you.
эксперимент успехом. Благовещенский собор с тобой тоже попал, знаешь, что? Только что были три взрыва, три прилета. Вот так вот мы и молимся. Но никто из храма не уходит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на земле и везде человека, пользуясь, создал Божию.
Служба заканчивается. Все, можно идти домой. И завтра опять идем на литургию. Дмитриевская суббота, поминальная называется, она родительская, празднуется всегда в первую субботу ноября. В этом году это 2 ноября, поэтому завтра мы опять встречаемся на литургии. Люди выходят из храма, опять включили сирену. Пока мы молились, было 3 взрыва, очень громкие, близко были, но никто не дрогнул. Мы уже привыкли, поэтому стояли и молились дальше. Я тоже иду домой. Есть такая хорошая христианская традиция на поминальные субботы желательно причащаться, потому что та благодать, которую мы получаем на причастии, распространяется на весь наш род, в том числе и на наших умерших родственников. Они там будут рады и счастливы. Поэтому желаю завтра всем причаститься. Все, друзья, на этом месте буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и будем дальше по Харькову гулять вместе. До скорых встреч, до свидания, жду вас на моем канале.